Доброе утро, уважаемые телезрители. Вчера я показывал вам схему с одним реле. Сегодня провели испытание этой схемы. Схема работает неплохо. Есть изъян в том, что греется реле китайский, то есть буду менять реле. Если ее подавать через счетчик, то подача все равно идет, то есть там что происходит? Идет просто экономия 50-60%. То есть ток выходит, как я вам описывал, ток выходит, значит, с генератора и подается на мотор через каждые 0,1 секунды. То есть в этот момент 0,1 секунды счетчик застывает. Так напряжение с генератора больше, чем напряжение с сети. В этот момент он застывает и останавливается. То есть через раз работает. Поэтому надо, значит, для того, чтобы система заработала полностью, надо, значит, как говорится, ее, значит, автономно закрепить. И когда, значит, будет... Сейчас вот идет так, 50% оно, значит, экономится. И можно делать разбор еще процентов на 50, а то и на 100. То есть практически получается 0. Как бы фактически 0, но по счетчику есть. 50 все равно скручивает. Что-то скручивает. Обратно идет больше, но скручивает. Для того, чтобы это, как говорится, убрать, надо будет, значит, поставить что? Поставить на инвертор все-таки систему. А инвертор лучше не с батареек запитать, а с ионисторов. И там еще реле поставить. То есть испытания показали, что по такой схеме, как говорится, выходит больше тока, но все равно счетчик скручивает так, как надо отсоединить от счетчика. А для этого, как я говорил, надо, значит, аккумулятор у меня подсел, у меня было 3. Все, я тогда говорил, что достаю аккумулятор. Было 3 аккумулятора. То есть один нормальный, 2 так сяк, и вот эти 2, которые так сяк, вообще вышли из строя. Поэтому сейчас система только запитывается в сети. А в сети, даже если она дает больше, 50 дает, где-то 100-150 выходит. Все равно там 50% это, то есть счетчик все равно скручивает какую-то часть. То есть где-то 30% все равно платим. Но если ничего нет, и это неплохо. На этом я все заканчиваю. До свидания. До новых встреч.